Здравствуйте, меня зовут Дарья Верясова. На лаборатории «На равных» я представляю пьесу «Я не умру». Это монолог партизанки-диверсантки Зои Космодемьянской за несколько часов до ее казни. В наше время открывается очень много новых исторических данных, новых архивных, прежде засекреченных документов. И приходится пересматривать некоторые факты. В связи с этим я, как историк, вынуждена была сказать свое веское слово в литературе и написать эту пьесу, которая, на мой взгляд, наиболее точно отражает то, что происходило в 41-м году в подмосковной деревне Петрищево. Для мужчины. И если вы тоже хотите об этом узнать, приходите на наш эскиз 18 мая в театр Лермонтова. Здравствуйте, меня зовут Лена Павлова. Я режиссер эскиза «Я не умру» по пьесе Дарьи Верясовой. Эта пьеса была основана на монологе Зои Космодемьянской. И с этой пьесой мы принимаем участие вот в лаборатории «На равных». Нет, я не знаю, как вам как-то. Мне кажется, что она нужна. Хорошо, прямо здесь. Мы вас очень ждем и приглашаем на эскиз, который состоится 18 мая на большой сцене. До встречи!